Elisabeth. Привет всем! Как вы видите, я до сих пор в образе. Не успела еще, не хотела, наверное, к Титу отпускать этот образ, который у меня был в финал. Что я хотела вам сказать, почему я в Перископ? Когда был финал, позже вчера, безумно благодарна для всех, которые приехали, поддерживали, кто... Я очень много ощущала поддержку от вас. Не только финал, потому что, в принципе, финал вы все приехали поздравить. Неважно, какое место, первый, второй, третий, хоть пятый. Но ваша поддержка, я уже ощущала все время битва. У меня нету ни обида, ничего, потому что для меня не было цели. Первое место, второе место, ну хоть третье. Поэтому я взяла эту битву как опыт. И самое главное, что там я победила сама себе. Вот это у меня, наверное, где-то и была один из целей. Победить сама себе и свои страхи. Родители у меня уже уехали. Мама и Эли Мария, они уже вчера уехали. Все у Эли Мария в школу все-таки. Не хотела она уехать, поплакала, хотела жить со мной тут. Но у нее школу, и ей тоже можно понять. По поводу финала. Все вы увидите сами 24-го. Можете посмотреть. Выиграла самый сильный. Где Саша? Саша дома. У него вчера были съемки, поэтому ему тоже надо набирать сил. Очень радует, сколько все пишут. Да, тут очень много было, через перископ был финал, очень много там писали, что Мэри расстроилась очень сильно, меня надо было успокоить. На самом деле это не так. Я приняла свое место, неважно, какой она была или какая она была, я это все приняла. И я это приняла уже заранее, потому что я уже сама себе сказала, и как я уже вам и сказала, что неважно, мы все помогли люди, и это и тоже должна быть цель. Приедешь в следующий раз, никогда не скажите никогда, но пока не готова. Но так я и говорила прошлый сезон, но пока не думаю об этом, потому что сейчас мне надо открывать свой центр, где я могу помочь людям. На самом деле, очень много людей от меня тоже спросили, зачем тебе битва еще раз надо было, если ты и так поможешь людям. На самом деле, битва для меня — это был рост. Там такие ситуации, которые не бывают каждый день. И я, если я смотрю 16 сезона, и я смотрю 17, там очень большая разница. 16 я думала, что... Самая главная победа. Я учила этот урок. И поэтому 17-го, на самом деле, вы меня видели по-настоящему, какая я есть на самом деле. По поводу магазина, что я вам еще хотела сказать. Сейчас я хотела открывать магазин, тренинговый зал, прием. Я хотела это все делать раньше. Но сколько у меня было съемки, сколько у меня семья приехала меня поздравить и поддерживать, и знакомые все. Я не успела физически этого делать, потому что очень много есть ощущение, что вот это открытие просто так. Что у меня есть какой-то там финансовый все вот так, что я все могу открывать так. Нет, это очень большая работа. И я за это магазина я работала очень много. И открытие не будет просто так. Сегодня вечером я туда приеду. Не советую туда приехать сегодня, потому что мне тоже надо отдохнуть, прийти в себе. И открытие, наверное, я надеюсь, я сегодня-завтра там буду работать, я надеюсь, что открытие будет где-то в среду-четверг. Всем интересовалась адрес, но мне кажется, очень много уже поняли, где адрес. Это Новая Пасманная,
том 13, корпус 1. И можете приехать. Я пытаюсь быть там, сколько я могу. Прием у меня бесплатный, но я не буду принять всех. Поймите меня правильно, потому что обычно я не принимаю больше, чем 2-3 человека в день. Потому что я тоже устаю, я тоже человек. Систем, как принять, кому принять, я пока не придумала. Это мне надо приходить в себе, чтобы понять, как это все будет работать. На открытие приедешь, но это было бы странно, если свой магазин я не была бы на открытие. Конечно, я там буду. Как можно записаться? Я пока не знаю. Я думаю сейчас систем, чтобы всех было бы удобно. Поэтому ждите новости, когда точный день, точное время, когда будет открытие. И еще раз я вам безумно благодарна. Вы сделали все, что вы смогли. И не надо в интернет ругаться за первое, второе, за третье место. Потому что Даши, я его уважаю, всегда его уважала. Именно я не смотрю на личность, я смотрю, как он работает. Его медитации – это что-то очень сильное. И я его уважаю в этом. Я его постоянно сказала, что я уважаю Осю, как он. И у нас на самом деле очень много похожего. И победил все-таки самый сильный. И мне это не стыдно сказать. Поэтому будем все дружные. Будем, Саша, будет, подождите, очень много вопросов. Победил, в любом случае, самый сильный. Следующий сезон меня не ждите, пока мне надо помочь люди без камеры. И мне надо тоже отдохнуть. Поэтому я знаю, что сейчас у меня уже магазин, но сегодня-завтра, ну, держите еще тут, чуть-чуть. Потому что я не успеваю вести туда-сюда. Мне надо приходить в себе. Увидимся. Даю вам знать, когда открытие будет. И смотрите 24 числа финал. Есть что смотреть. И самый главный будет дружный. Битва – это помочь людям. Мы помогли там люди. И когда я видела, сколько людей ругаются в интернет друг за другом, кто за Дашей, кто за Надеждой, кто за меня, это не важно. Важно, что мы помогли людям. Если Надежда смогла помочь побольше, чем я счастлива. Если Даша смог помочь больше, чем я, он молодец, значит, он где-то стоит выше. Где-то я выше, где-то он, где-то она. Вот это важно. Поэтому будем дружны. И учите от этого, учите от таких испытаний, которые люди пережили, чтобы прийти в битву и открывать себе полностью люди. Для этого надо очень-очень огромный сил, что ты покажешь себе, какая ты есть. И ты не покажешь только самые хорошие качества, ты и умеешь показывать свои слабости где-то. И это есть человеческие качества, которые я умею ценить. Поэтому увидимся еще. Я пойду сейчас отдохнуть. И ждите новости по поводу открытия. Пока!